У день медицинской сестры митрополит Новосибирский и Бердский Никодим осветил областной госпиталь ветеранов войн. Также архипастырь вручил благодарственные письма медицинским сестрам. Знаменательное событие отметили сотрудники и пациенты Новосибирского клинического госпиталя ветеранов войн. Исполните премудрости труждающихся в лечебнице сей, тело рук их ко благому врачеванию, человеческих недугов управите и во всем благое поспешество подати Господу. В год столетия лечебного учреждения митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил чин его освящения. Освящается лечебница сия, окропление воды со священником. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Примечательно, что знаковое событие произошло в праздничный день. 12 мая в России отмечается День медицинских сестер. Их в госпитале трудится более 80. Владыка Никодим поблагодарил медицинских сестер за их самоотверженный труд и вручил благодарственные грамоты. Сегодня, когда празднуется День медсестер, когда их благодарят за усердный труд, мы совершили освящение госпиталя ветеранов. И, конечно же, наградили старших медсестер, которые заслуживают всяческих слов благодарения за их самоотверженный труд. Конечно, в этот день хотелось бы поздравить вообще всех медсестер. Их труд необычайно важен, ибо они всегда ближе к тому человеку, который находится в скорби болезни. Хотелось бы пожелать всем им, вообще всем сотрудникам здравоохранения, крепости душевных и телесных сил, на многое и благая лето.